В Орле с 3 октября проходит областной межнациональный форум «С Россией в сердце». Его суть – через образовательные и творческие мероприятия укрепить единство народов России, конкретнее народов, проживающих в нашем регионе. Кроме прочего, форум подразумевает официальное общение с научной и политической ноткой. Таковым общением стала конференция, прошедшая в областной администрации. Участники – представители власти, национально-культурных автономий, общественных организаций, представители традиционных религиозных конфессий, преподаватели и студенты. Конференция включала дискуссии по темам сохранения традиций народов России, образа будущего многонациональной России и роли религиозных конфессий в формировании межнациональных коммуникаций. Патриарх на этот счет сказал очень правильные слова. Он говорил, лидерство писаться под общими словами. Никто не берет никакой ответственности. А потом эти общие заявления никто не читает. В межрелигиозных группах говорят о мире и дружбе. А тем временем на Ближнем Востоке, на Северном Кавказе, в Европе взрываются бомбы. На одном уровне политкорректный диалог, на другом жесткий, иногда страшная действительность. Так вот, я как завкафедрой говорю о том, и патриарх поддерживает и ведет эту тенденцию, что должна сейчас быть выработана методология межрелигиозного диалога.